Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Будьте здоровы» в студии Екатерина Соломатина. Память. Именно о ней сегодня мы будем говорить. О том, что вредит памяти, а что ей помогает. Ну а вначале предлагаю все-таки вспомнить, что ж такое память. Это одна из очень важных функций психики человека. Она помогает сохранять и использовать различную информацию, что нужна нам для жизни. Память связывает прошлое, настоящее и будущее. С помощью нее мы познаем окружающий мир, формируем опыт. Наша память зависит от работы головного мозга. О том, какая бывает память, в рубрике «Скажите, доктор». В основе памяти лежит образование ассоциаций. Ассоциации бывают как простые, так и сложные. То есть вот сложные ассоциации, это по-другому называют как логическая память. То есть суть образования таких, то есть возьмем, например, 4 нейрона. То есть человек прочитал какую-то информацию. То есть и вот между 3 нейронами образовалась связь. То есть, но эта связь, она, скажем так, очень тонкая, несущественная и может порваться. Если человек повторил, то по этому пути еще раз импульс прошел. То есть и здесь срабатывает определенный эффект тропинки. То есть один раз прошел, притоптал, второй раз прошел, притоптал, на третий раз уже легче идти. Это я сразу забегаю вперед, что что-то эффект повторения что дает. Если повторяешь, то вот эта вот связь, она как бы прорабатывается и создается более лучшая память, которую в дальнейшем можно использовать. Память выполняет несколько функций. Это запоминание. Она помогает запоминать информацию. Вторая функция – это хранение информации. Она помогает формировать опыт человека на протяжении всего жизненного пути. Третья функция – это воспроизведение информации. У человека в памяти хранится огромное количество образов, и он при поиске ответа на вопрос, к примеру, какой предмет сейчас видит, сличает его образ с другими образами, что запечатлены в его памяти. У памяти есть еще одна важная функция – забывание. Та информация, которая нам не нужна, она отбрасывается, чтобы не засорять хранилище памяти. Через час после получения информации человек забывает ее до 60%. Если она была повторена хотя бы один раз, то через 6 дней у него в памяти остается до 20% полученных сведений. Сама по себе память, она подразделяется, то есть, на определенной классификации. По психической активности память бывает моторная память или так называемая мышечная память. То есть человек, однажды научившись ходить, он уже не вспоминает, как ему нужно идти. То есть это все происходит автоматически, он делает шаг и так далее. Если бы не было этой памяти, то каждое утро вставая, то есть мы бы должны были заново учиться делать первый шаг. То есть каждое утро мы просыпались маленькими детьми. Второе – это эмоциональная память. То есть человек запоминает эмоции. Это как положительные, так и отрицательные эмоции. И при этом, то есть параллельно вот закономерность такая. Человек запоминает лучше информацию, если это связано с какими-то яркими эмоциями, будь то положительными или отрицательными эмоциями. Третье – это образная память. То есть человек на своем жизненном пути встречается с различными предметами, самыми различными, дома, карандаши, ручки, то есть люди и так далее, и так далее, и так далее. И у него, то есть вот в этом хранилище образуется определенная полка на каждый предмет и создается определенный образ. И четвертое, вот, важная память по психической активности – это логическая память. Человек, в отличие от всего живого, то есть способен мыслить. То есть он способен вне зависимости, то есть от раздражителя, то есть отдельно, то есть составлять свои умозаключения на основании тех мыслей и образов, которые есть у него уже в памяти. Тем самым, то есть это способствует, то есть укладке определенных знаний, формируя опыт. Классификации памяти существуют разные. Одна из них подразделяет память на произвольную и непроизвольную. Непроизвольная память помогает человеку делать все как бы на автомате, не задумываясь. Контроль сознания здесь не нужен. Например, человек ходит, не задумываясь, какая нога должна начать движение, левая или правая, и в какой момент должно согнуться колено.
Для произвольной памяти, наоборот, нужны волевые усилия для запоминания. В этом случае информация, как правило, сохраняется значительно дольше. Особенности памяти – это объем памяти, который выражается, который определяет вот эту самую укладку знаний, то есть определенный опыт, который формируется в процессе жизни. Затем это быстрота воспроизведения информации. При запоминании можно использовать разные способы. Кто-то зубрит, кто-то пытается сделать это осмысленно. Если включить все виды памяти, то есть это то есть эмоциональный оттенок, это определенные образы, как этот человек себе представляет и так далее, то эта информация, она даже через 30 дней будет до 40% информации вот, по закону, которые сохранятся. То есть это очень важно. Поэтому, когда человек зубрит, просто повторяет, он забивает себе голову в буквальном смысле. То есть информации он устает еще больше. И нет такого положительного, эффективного результата в данной ситуации. Память человека можно тренировать и получать при этом серьезные результаты. Состояние нашей памяти зависит от многих факторов. Один из них – это питание. Как улучшить эту память? Существуют самые различные методы. Первое, начнем это с питания. Советуют больше принимать рыбу, морепродукты, овощи, злаки растений, при том злаки растений, вот, которые берут, то есть пшеницу и так далее, то есть проращивают ее, и зеленые ростки, которые очень богаты белком, витаминами. То есть, по сути, самое главное для головного мозга – это белковая диета. То есть это защита, то есть определенная заместительная терапия, при котором нервные клетки поддерживаются и нервные пути поддерживаются на определенном, то есть хорошем уровне. Это первое. Также вот диетологи рекомендуют, то есть в процессе вот усталости, то есть если занимать человеку кусочек небольшой горького черного шоколада, то есть есть это определенная стимуляция нервных клеток, усиление их активности, усиление процессов активности над торможением, то есть и улучшение памяти. Но это, скажем, такая, то есть временная. Следующее – это закон интереса. Если хотите, чтобы память была лучше, то лучше запоминать то, что делается с интересом. Поэтому, если, например, занимается с детьми, то есть даже изучает, например, то есть, как я со своим ребенком изучаю английский, то есть или просто произнести там стол тейбл и так далее, или то есть, показать, то есть, может быть, как-то в какой-то игровой манере представить, что ребенок заинтересован, то он гораздо быстрее запомнит это. То есть это первое. Второе – это закон практики. Можно посмотреть, почитать, логически осмыслить, представить, запомнишь, может быть, ненадолго. Но если еще своими руками все это проделать, то есть пропустить, как говорят, через себя, то есть это увидеть, услышать, пощупать, ощутить то это запомнится гораздо дольше промежуток времени, и эта информация гораздо лучше будет воспроизводиться и использоваться данным человеком. Затем это закон вот этого оптимального ряда, который я говорил, что формула 5 плюс-минус 2, то есть не надо то есть, одномоментно перегружать информацией. Ее нужно давать дозированно. То есть, скажем так, 5-7 каких-то объектов, 5-7 единиц информации, может повторить ее и потом в дальнейшем переходить на это, на другое. Затем это, то есть эмоциональный фон. То есть если вы хотите, чтобы память была лучше, то есть необходимо создать определенный эмоциональный фон, конечно, положительный, то есть с яркими эмоциями и так далее. И, естественно, информация будет запоминаться гораздо лучше. Далее это физиологи советуют, это фактически пересекается со здоровым образом жизни, если хотите, чтобы память была лучше,
занимайтесь здоровым образом жизни. Поменьше вредных привычек, больше физической активности, тем самым улучшается кровообращение, работа сосудов головного мозга, улучшаются питательные функции нервных клеток, и тем самым косвенно улучшается память. Следующее – это закон установки. То есть, если человек поставил себе цель, то есть эта информация, она необходима, она занимает важное значение для решения дальнейшего вопроса для данного человека, то эта информация запомнится гораздо быстрее и гораздо лучше. Закон осмысленности – это логический пересказ. То есть это посмотреть информацию, пересказать ее, выделить главные какие-то, не просто прочитать, а именно суть, выделить какие-то главные моменты, на основе которых, скажем так, будут все второстепенные обрастать, и будет уже ясность по данной картине. Типологического центра, да? Совершенно верно, да. То есть формируется, то есть один определенный, от него как бы все отходит и так далее. Есть такой закон, закон края. То есть информация лучше запоминается в начале и в конце. Для улучшения памяти также советуют ежедневно 20-30 минут читать с логическим пересказом. В день учить хотя бы по четверостишию. Вот говорят, что через месяц, по-простому, через месяц вы почувствуете, как у вас значительно улучшилась память. А теперь, дорогие друзья, мне хотелось бы обратить ваше внимание на микроэлементы, которые полезны для нашей памяти. Один из главных микроэлементов – это цинк. Он улучшает мозговую деятельность человека и концентрацию внимания, да и в целом очень позитивно влияет на память. Его особенно рекомендуют студентам во время зачетов и экзаменов, либо людям, изучающим иностранные языки. Большое количество цинка содержится в морской рыбе, индейке, зерновом хлебе и клубнике. Еще один важный для памяти микроэлемент – это йод. Продукты, богатые йодом – морская капуста, рыба, рыбий жир. Также достаточно много его содержится в хурме, грецких орехах и гречневой каше. Железо также полезно для памяти, особенно для увеличения способности запоминания новой информации. Нужно есть фасоль, сухофрукты, зеленые овощи. Кальций и магний – эти микроэлементы связаны с нервной системой организма. От них зависит и мозговая деятельность. Найти их можно в молоке и молочных продуктах, бананах, пророщенной пшенице, кураге, абрикосах, свекле. Так что не забывайте о главных микроэлементах, если хотите помочь своей памяти. Чтобы быть здоровыми, нужно постоянно следить за работой своего организма и проходить плановые медицинские осмотры. Об этом все знают, но не все эти правила соблюдают. Нередко потому, что не хочется выстаивать огромные очереди в больнице, дабы попасть на прием к врачу. Медицинский центр красоты и здоровья «Орхидея» предлагает пройти все виды медосмотров на его базе, без лишних очередей и волокиты. Это профилактические и периодические осмотры, предрейсовые и послерейсовые осмотры, медицинские осмотры водителей, медосмотры при устройстве на работу для получения санитарных книжек и для разрешения на ношение оружия. Здесь можно получить консультацию узких специалистов, окулиста, уролога, эндокринолога, хирурга, аллерголога, психиатра, нарколога, лор-врача, невролога, онколога, гинеколога, дерматовенеролога, педиатра, стоматолога. Прием в медцентре ведут как кумертауские, так и уфимские и оренбургские врачи. А 24 февраля в медцентр «Орхидея» планируется приезд высококвалифицированных специалистов, врачей-уролога, андролога, онколога, лор-врача, гинеколога и невролога, а также терапевта, гастроэнтеролога. В медицинском центре «Орхидея» можно пройти и УЗИ-диагностику, ЭКГ, спирографию, аудиометрию и широкий спектр анализов. Ну а
сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Здоровое питание». Наш повар Ирина Петрова уже приготовилась поделиться очередным своим рецептом. Блюдо, которое она вам представит, называется «Лососевые шарики». Думаю, что вы уже приготовили ручку и листочек, так что смотрим и, если заинтересовало, то записываем. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы будем готовить шарики из лосося. Для этого нам понадобится одна банка консервированного лосося, одно вареное яйцо, зелень. И для того, чтобы нам обвалять эти шарики, нам понадобится еще грецкий орех и мелко нарубленная зелень. Сначала из баночки сливаем всю жидкость и в глубокую чашку выкладываем рыбу. Хорошо ее надо помять, порубить. Удалить все косточки. Сюда же добавить мягкий сыр. Опять все хорошо размешать. Размешиваем прям до однородной массы. Добавляем крутое сваренное яйцо и зелень. Получившуюся смесь убираем в холодильник на минут 40, чтобы она вся хорошо охладилась. Когда смесь охладится, начинаем делать шарики. Для этого немножко смачиваем руки. Берем полученную смесь и обваливаем в орехи с зеленью. Вот такая у нас получается холодная закуска. Приятного вам аппетита и будьте здоровы! Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Я, Екатерина Соломатина, прощаюсь с вами. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы. До встречи!